восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью. Режиссер Зена Зеес. Киборг-убийца. Ну что ж, друзья, всем привет! Сегодня у нас очередной выпуск рубрики «А что если?». Сегодня я подумал, а что если Тинкер жесткий ракетчик? Ребятки, в этой катке сегодня мы реализуем то, что я хотел давно реализовать. Я очень-очень-очень давно хотел это реализовать. И только сегодня мы добрались до этой темы. Давайте посмотрим, что из этого у нас выйдет. И, конечно же, получится у нас ли это все или нет. Ребята, сейчас напишем ребятам по расстановке и продолжим. Ребята, расстановка. Дест, Найкс, топ. Найкс фармит Аганим. И низ Зевс и Алче. Зевс подсапит. Все. ГЛ. Дест максит 4. Найкс Аганим. И химик фармит. Плюс потом мне запулит Аганим. Потом с Дестром в меня залез. Сейчас объясню, ребятки. Хорош. Ребятки, в общем, стратегия нашей сегодняшней игры довольно-таки простая. Наша задача будет на Тинкере просто раскочегариться через эссенцию ауру. Это уже старая тема. Я еще год назад писал видосик по поводу этой комбинации. А именно, что мана должна быть бесконечной. И смысл таков, что сегодня мы попробуем это реализовать. То есть, как это будет на самом деле сегодня работать, я хочу проверить. Тема уже старая, никто видос по этой теме не записывал. И я боялся, что я не успею записать, потому что ребят нету с кем писать. Основные ребята, с которыми я всегда пишу видосы, к сожалению, они не участвуют, так сказать, в продвижении моего канала. Приходится набирать старичков других. Вот Хайскилл, Психсаппорт, Ксусник и парнишка пятый. Это у нас Легионер, он, к сожалению, вместо Тамхелса зашел парнишка с телеграм-канала. Вот. И вот с ними сейчас будем пробовать делать эту стратегию. В общем-то, должно получиться, надеюсь, ребятки поняли по ролям. Смысл такой, Найкс выфармливает Аганим, он может засунуть в себя Дестройера. Дестройер залазит Найкса, получается, и Найкс, конечно же, получается так, что залазит в меня. И мы втроем катаемся по всем лайнам и раскидываем ракетницу. Так, очень плохо, что алхимику мы не взяли руну, минус 500, но... Ладно, тут с этим ничего уже не поделать. Если что, помогут там ребята алхимику. От алхимика тут все будет зависеть тоже на самом деле. Алхимик должен запулить мне Аганим. Найк сам себе в принципе его соберет. Я так подумал, по золоту для алхимика будет слишком напряжно. 8000 золота выколотить до 20 минуты. Поэтому будем как-то так аккуратненько работать, подкидываться. И сейчас посмотрим, что у нас тут... Лего нам предоставит какую возможность. Так, немного звука добавим. А то не слышу героя, совсем неудобно. Совсем неудобно. Оп, как хорошо, что не промах. А то я люблю такие моменты промах откидывать. Странно, что не тинемит пошел. Это довольно-таки интересно. Хорош. А, кстати, легион. Но легион тут фармить вообще не должен. Тинкер мид выигрывает. Оп, хорош. Оп, хорош. А у него сейчас чуть-чуть еще и начнет подгорать. У легиона. По любе. Потому что я сам так терпеть не могу Тинкера. Кстати, от моего фарма тоже очень много зависит, ребят. Очень многое. Что, ты будешь со мной драться? Давай подеремся, дядя. Ну давай.
Оп. Хорош. Найс, подрался дядя. Вот никогда не любил, блин, Лего вообще никак-то стоять не будет. Никогда не любил Тинкера, потому что этот промах, он же жесть как напрягает. Ребятки, не забываем, что наша задача — это максимально ласт хит сейчас на центральном, так сказать, коридоре. Нам нужно хорошо проласт хитить. Угу, там Екар побежал. Так, батлыга у нас есть. С ботлом работаем, ребятки. Хорош. Так, Зевса немного задушили. Очень тяжелый лайн внизу у ребяток. Урса там душит, это жесть. Просто страшнейшая тема. Так, ну, фаст-фарма, походу, не будет, да? Хотя посмотрим сейчас, если что, ребятки. Я думаю, как-то комбуцно. Давайте возьмем еще. Так, алхимик себе берет. Хелм, возможно, будет выходить в ранний армлет. Это очень хорошо, с армлетом можно будет поработать. Так, свап-лайнами, да, произошел? Свап-лайнами произошел. Ну, пока что чуть так стоим. Так, на топе есть рунка. Сейчас зафармим здесь. Сапожок у меня имеется. Он в курьере. Если что, подтянем. Хорош, этого добили. Этого не добиваю. А мне добиваю. Хорошо. Найс промах. Найс промах. Так, хилочку сбить сразу. Мгновенно сбиваем. Ух. Там на топе фулл фри. На топе фулл фри. Оп, хорош. Там что там? 180 хп. Так, ты же... А, 160, сори, не хватает чуть-чуть. Ну, сейчас ракетница уже откатится. У него деспульс будет. Ну, забайтим, в принципе. Оп. Выжил. Хорош. Фармиуид делаем, парни. Ребятам нужен свап-лайн, потому что там что-то овертяжка. Химику нужен фарм. Если не нужен химику фарм, там сами смотрите уже, как делать. Да ребята там внизу потеют. Потеют ребята. Если что, ТП-шку возьму, вдруг загуливать будет. Хорошо, монетка монеткой. Ой, монетка монеткой. Реген регеном. Туда бей. Блин, вот эти промахи, это, конечно, страшилка. Самое натуральное. Так, нужно добивать. 19 крипов всего, ребятки. 19 крипов всего. Оп, есть. Регенерация. Найс. Нужно, кстати, вот так вот сделать. Ракетницу туда зарядить. Ракетницу зарядить. Смотри, как фермер. Фермер фармит. Хорош. Так, 600 золота есть у нас, ребятки. Сразу выходим в тервала. Можно будет, кстати, сейчас гангануть. Я думаю, можно будет гангануть, ребятам, боковой лайн. Боковой лайн. А можно еще тинкером будет тут, в принципе, немного погонять Никаралайта. Ребятки, не забывайте, конечно же, смотреть другие рубрики «А что если?». Что-то за крайнее время много видосиков в рубрике «А что если?» начало выходить. Ну, меня настигла, так сказать, вот эта творческая тема, что очень хочется делать такие видосы. Почему нет? Хочется делать такие видосы. Так, этот есть. Хорошо, на бесплатную ману пришли ребятам помогать. Так, это стан. Это стан. Оп, хорош. Найс. Есть, помогли ребятам, потому что такую наглость прощать нельзя. Погнали через руну. Через руну. У нас мидер пока там. Мидер. Хорошо, ТП-шечку берем. Чтобы ребятки сильно внизу не газовали. Поможи, делаем. Одна монета заберем, алхимик, я не думаю, что побежит. Он там лайн, ему тоже приоритетно стоять. Фармит крипов. Тут у него хорошо все. Давайте побьем чуть-чуть. Чуть-чуть побьем. Выживает. Ну, пусть пробежится немножко. Если бы, кстати, раньше я начал его атаковать, было бы намного лучше. А раньше чуть-чуть надо было. Так, ладно, 21 крип, ребятки. Ой-ой-ой, опять, но у меня КД. КД, ребята. Ракету в 4. Хорошо. То есть там Урса на самом деле такой агрессивный, но он правильно делает, что так агрессирует. Так, Лего. Свапнулись они, Лего пошел лес, да? Нормальная тема. Нормально. Нормальная тема. Так, ДДшечка. Можно пробежаться. Урсу сразу можно будет убить тут.
Гоу, парни. Поможи делать. Опа, станчик пошел. Погнали. Оп. Парню своему хилочку отдадим. Я пошел на мид. Отличная работа по низу. Внизу ребята агрессивные стоят. Закрываем их агрессию. Вот этой своей такой агрессией небольшой. И это очень довольно-таки правильно, ребятки. Очень правильно сейчас показывается игра вам на то, что как нужно отыгрывать на боковые лайны в случае, если внизу излишняя агрессия. Вот, и как бы, ну, такой смысл. Так, 8-й левел у нас уже апнулся, ребятки. Что нам нужно взять? Нам нужно взять, конечно же, себе сейчас ультимативную, потому что у нас уже на носу тревела. И подфармливаем аккуратненько. Фармим, фармим, фармим и еще раз фармим. Так, Никарлайт подходит, нужно его немного угомонить. Вот так вот сделаем. Мне нужно срочно тревел. 7-я минута у нас получается тревела, но очень много, я так сказать, с ребятками там поимел. Так, надеюсь. Ага, вот так вот оно, значит. Так, ну, тревел. Это тревел. Все равно тревел я взял. Хорошо, хорошо. Все. Все, ок, я взял тревел. Отлично. Хорошо. Отлично подгангали. Ну, вард вовремя упал. Я себе взял, но решил вард, так сказать, приносить только с тревелами. Хорошо, ребята, сыграли. Ну, тини, тини. А тини-то нечего делать, пацаны. Тини это тини. Что с него взять? Да, это чисто мешок. Мешок. Тини это мешок. Две кнопки нажал, победил, побежал. Хорошо. Так, ребята внизу работают, вроде фарм у них идет, да? Если что, можно будет помогать чуть-чуть активнее. Найкс там full фришит, да? Нормально. Full free Найкс стоит. У алхимика пока ничего. Ой-ой-ой, а рейдж-то нажать на Найксе, брат. Рейдж нажми, победи. Нам нужны варды. Нужны варды, ребят. Так, хорошо. Пацаны овнят наш состав. Это радует. Так, на мид с помощью курочки. Телепорта. Заюза жесть. Как я долго в таверне сижу, на меня рипера кинули. Но рипер, кстати, такое. О, стаки есть, да хорошо. Рипер дело такое. Так, есть тревел. Вот сюда ставим. Давайте поспамим чуть-чуть его. А че он тут стоит на некре? И отсюда его. Хорошо, можно будет сейчас подфармливать, если что, на базу летать. Next там нам нужен дагер, ребятки. Дагер желательно будем делать еще бладстоуны. Хорош. Оп, отлично. Во, на базу слетаем. Ля, там стаки нашли, да? Алхимику помогают фармить. На сейчас ТП прилечу туда. Ребятки, надо поможи делать. Погнали. Ща-ща, я поможу. Так, мне стан отдают, да? Зевса запулим. Хорош. Зевса запулил нормально. Да, и там пришел этот Некролайт, жесть, на стаке на все, да? На стаке некр пришел. Не дают фармить стаки, нужно... помогать ребятам внизу. Некр пошел там стаки фармить, да? Жестко. Жестко. Это жестко. Го, поможи делать. Некролайт такой, знаете, крысиный. Стратегию пронюхал нашу, походу, да? Опять-таки, игра это с подписчиками. Тут все находятся подписчики в игре. Они примерно могут знать стратегии, рубрики, а что если. Поэтому, наверное, надо все-таки без подписчиков делать. Потому что они хотя бы что-то такое ожидают. Что-то необычное, да, с помощью стаков. Что-то такие какие-то моменты. Нужно быть немного хитрее и не допускать их к этим играм. Тогда игры будут конкретнее. Так, ладно. Хорошо, это мы выфармили. Соул у нас имеется. Погнали. Некролайт пришел на мид. Стоит, крипов сторожит. Хорошо. О, тини идет. Даггера нету? Нету даггера у него. Какой хитрый на тинике бегает. Вот эти вот пацаны. Серьезные оппоненты. На центральных коридорах у нас стоят. Так, этого я вряд ли добиваю, да? Ладно, с хитем стоим. Оп, хорош. Надо было не того гриппа, надо было кату, да, парни? Так, ну что ж. В принципе, низ у нас очень жестко получился.
Надо бы другие лайны как-то поможи делать, да? Гоу! Парни, попробуем. Так, это есть. Я умер тут. Меня еще на рипера, да? Да, жесть. На рипера он меня опять посадил. Опять на рипера посадил парнишка. Ну, будет хейтить меня, походу. Чел на Никарлайте, два рипера. Ой, опять минуту сидеть в таверне, это жесть. Но я сам, так сказать, подошел очень близко. Очень близко сам подошел. ТПшки нету у Зевса, это плохо. Очень плохо, очень. Но пока что, ребятки, как говорится, сосируем-массируем, но ничего с этим не поделать. Пока ничего не поделать. Пока ничего не поделать. Терпим. Нужно позиционку... Ну, я тут встал на передовой. Если честно, Некролайта там уже не успел. Думал, надо было сразу мансануть, чтобы никаких проблем не было. Подошел поближе. Не знаю зачем. Просто промах нужно было Урсевича загнать. Загнать в его ультимейт, и будет нормально. Я КРБМ купил. Так, ну у меня золото остановилось, несмотря на то, что я Огра хотя бы как-то прессингую. Это плохо, парни. Это плохо. Но, в этом есть и бонусы. А бонус какой? Правильно. Это то, что катка будет интересной. Даже если эта стратегия, как говорится, у нас не сработает, но катка будет интересной. В рубрику «А что, если зайдет?» Хорошо, фармивит делаем. Очень много сейчас ошибок каких-то с моей стороны. Вот такие, знаете, позиционочные. Тини сейчас дагер купит, вот это, знаете, начнется. Ай, боже, вот ума не надо много взять и тиника пикнуть, да? Вот прикиньте, типа две кнопки убиваешь. Это ж настолько изичный герой. Не знаю. Настолько изичный герой. Он вард пошел ставить. Аля, он вард поставил. Вард поставил. О, у него там уже вон оно что. Ясно. У него там уже вон оно что. Надо варды ставить там. Вот оно что. Там тини дагер уже, кстати. Тини дагер уже. Так, я промах не успел дать, Лего в опор подошел. Ну тут вард. Не знаю, сейчас позиционка ошибся, я люто. Очень люто ошибся. Ой, жесть, как они агрессивно играют, пацаны. Но некр, я вообще шел, я думал, отсюда достану уже ракеты до сюда. Не достал до некра. Лего меня улучил и задушил. Все, ребятам рассказали. Ну, я тоже фарма ниоткуда не беру. У меня сейчас проблема. У меня тинкер. Ой, тинкер. У всех дагера там. Там у всех дагера. А я дагер никак не выфармил. У нас как-то не получается лайны давить. Лайны давить у нас не получается. Это очень плохо, потому что... Ну, смысл такой сейчас, что мы в просаде в лютой. Там кто-то там пошел уже. Вот кто-то есть. Тут тини, вот не знаю, где-то вот здесь вот стоит. Фармить мне теперь очень тяжело будет. Тини дагер, все дагера, а вон он, да, тини был там, я понял. Причем он так вард грозно обошел. Либо смока там были, либо че. Побежал. Если тини убьют, будет офигенно. Хорош. Не успеваю, печалька. Печалька. Так, ладно, 600 золота есть, парни. Ну, надо дагер. Надо дагер, причем срочно. Рошу. Да, надо Рошу сейвить. Го. Го толпой. Жесть, ну пока что у нас все провалочно идет. Знаете, не по страте, не по схеме, как говорится. Ребятам нужно на Рошана сейчас подойти. Тиника 10 секунд нету еще. Еще 10 секунд тиника не будет. Я там ракетнице помогу, если что. Так, нет, спугнули, хорошо. Вардецкий, ага, хорошо. Хорош. А, ну ладно, монетку я заберу себе. Нету. Дефимся. Хорош. Ракетницы летят.
Так, ну, вроде как-то дали небольшой отпор, но я по мане просел, Б. Я просел. Я просел, ребята. Хорош. Так, алхимик Сакрет, это радует. Но сейчас видели, хорошая драка, хорошая. Я хотя бы еще разочек бесплатный реарм сделал. Слушайте, ну пока тяжко идет, да, согласитесь? Но этим и интереснее будет. Этим будет интереснее. Хорош, там меня не зафокусили. Очень много дэмэджа внес. Очень много. Все, на мид слетаем. На 11 там надо было ульту взять. Но просто монопул еще небольшой. Монопул небольшой пока что. Фармюит надо делать. С этой герочком, как говорится, за душем. Блин, мне на самом деле такое, знаете, жопа подгорание. Сейчас такое в предвкушении того, что у нас это, в принципе, должно получиться. Химик Радик делает. Ну, 23-й где-то начнем делать эту контору, все. У меня почти есть дагер, Радиенс у алхимика имеется уже. Сейчас аккуратненько вот так подделаем. Ой, как хорошо, что добил крипа. Но на лайны опасно выходить, конечно. Там дагера. Дагера это очень страшно и люто. Опа, вон они, смотрите, что делают. Нет, такое не пойдет. Некролайт душит, конечно. Мне главное БМ там не убиваться. Я, в принципе, не должен БМ там буду убиваться. Хорош. Так, Урса забрал таки Аегу. Хорош. Блин, молодцы там, ребята. Так, знаете, типа, ну, нормально. Нормально. Но у нас, можно сказать, такое пик. Именно тут Зевс, по сути, только на стаке. И все. Больше незачем тут Зевс. То есть сам по себе такой пик у нас, по сути, сапа как такового особо нету, но вроде, что имеем, то имеем, парни, что имеем, то имеем, топ ломают, конечно, такое все. Круто было бы сейчас задефиться, блин, он там в наглую так пошел на тиник. Надо дефиться. Надо дефиться. А там армор огр стоит, по идее, да? Хорошо. Вот драку надо делать, парни. Поехали. Хорош. Ребята в миду разобрали пацанов. Гоу. Так, мне нужен дестройер под бачок. Алхимик начинает делать и гоним. Пока нету там лотаров, надо двигаться. Пока нету лотаров, надо двигаться. Опасно вот здесь тени, мне кажется, стоит. Что-то подсказывает. МХ подсказывает. Ага, вон они на топе стоят. Вдвоем. Хорош. Ну все, у нас есть, в принципе, сейчас уже агоним. Получается, и можно начинать. Хорош. На топе, не знаю, очень опасно. Такие врывы будут сразу, как только ТП делаешь. Мне кажется, даже вот тут, возможно, вард стоит. Опасно, я сюда ТП делаю. Вот так вот. Мне нельзя вообще ошибаться. Мне фарм тут тоже нужен. Причем не слабый такой. Не слабый фарм мне нужен. Сейчас ночь закончится, у меня будет агоним. Надо сейчас апнуть левел. Опа, вон оно, Найкс там, нифига, Найкс там газует. ББ. Хотя я сейчас прилечу, давайте поможи делать. Фарма нету, ребятки, пока что. Ой-ой-ой, смотри, что там, дагер лотар? Ой, хорош, иду, бро. Иду. Хорош. Жесть. Это жестко. Это жестко. Некролайта не можем остановить. Сильный некролайт там. Кнопочку нажимает одну. Молодец. Стрим снайпят. Айс, четко подшутил, бро. Хорош.
Так, но мне можно взять все равно point booster, знаете зачем? Да че, у меня пробел не работает, лол. Прикиньте, пробел не работал. Пробел не работает, чуть несколько раз пробел нажимал. Хорош, гоу. Внизу очень... Там, блин, самая проблема, все дагерные. Понапикали? Имбы. Имбы понапикали. Что там, вардик где-то, я вижу вардик. Хорош. Гоу. Ребята помогут, если что, да? Во, найс. Найс. Так, сделаем. Сейчас на базу слетаем и гоу. Хорош. Так, эссенция в 4, в принципе, должна хватать. Хорош, пошло дело, первые страты. Жесть, я там раскидал. Первое дело пошло, парни. Только маны... Ой, хп мало осталось у меня. Not enough mana. Опять он рипера мне дает. Дает мне рипера. Но сдохнет, сдохнет, сдохнет. Стрик заберет. А че, не будешь забирать? Лол. Жесть. Пошло дело. Но первая драка такая, да? Видели, да? Мана не кончается вообще. Но единственное, у нас проблематично. У нас не было Зевса. Он на топе умер от легиона, который купил лагерь Лотар. Вот эти вот всякие легионы, да, герлотарные. И некро не додушили, это плохо. Это плохо. Но у меня солбустер почти есть. Зевс, конечно, сейчас будет подфиживать очень люто еще легиону. И тут может все упираться то, что там будут лотары. День и гонорм. Сколько риперов я уже поймал, ребятки, за игру? Я уже, по-моему, 3 или 4 рипера поймал. Чел в меня просто их дает и все. Кстати, я не вкурил, как я отсюда не успел отблинковаться. Да немножко тоже, парни, еще первая каточка, неразыгранность получается немножко. Сейчас алхимик чуть еще оденется. Алхимик мне аганим отдаст сейчас. Хорошо. Так. Поехали. Хорошо. Можно работать. Поехали. А че не блинканулся ты? Ах ты. Крысиный получается. Так, го вот сюда пока. Сейчас мид, если что, будем дефить. Хорошо. Сейчас бей его. Желательно еще travel 2 сделать. Но сделаем travel 2 после того, как сейчас мид задефим. Мид, го. Пошла ракетница. Опа, тут надо вылазить, да. Одобряю вот этот момент. Хорош. Там за мной кто-то в упоре бежал просто. Вот так вот, да? О-о-о! Не это ли на вставочку можно сделать? Просто ракетница. Муа! Ну это на вставочку. Жесть. Вот она работает, парни. Вот она. Ракетница на вставочку. Так, давайте сделаем вот так вот еще. Это Bloodstone у нас. Хорош. Хорош. Хорош, это на вставочку. Есть Bloodstone-чик. Еще солринчик есть, парни. Найс, работаем. Работаем. Там за мной легион по пятам просто идет. Хоть убейся. Хорошо. Есть. Рабочая страта, ребятки, рабочая. Сейчас заварнемся. Даже вардики куплю. И надо ультимейт вкачать.
Линку желательно сделаем сейчас еще, чтоб легион не цеплял. Там почти рэмпейдж, кстати, было. Почти-почти. С ракет просто. Я там дополнительно где-то две бонусные ракеты раскидал. Этого достаточно, этого хватило. Хорош. Даже такой кривой тинкер, как я, в принципе, что-то внес. Так, вардов нет пока, да? Хорошо. Вардов пока нет. Погнали на руну. Сейчас будет драка, да? Надо 16-й апнуть еще. Хорош. Кто-то в спине у нас был. Лего. Вот так ребятам напишем. Так, Дестер улетел, да? Нет. Чарличу. Поехали. Поехали. Ребята будут пушить, я если что буду накастовывать. Только надо левел. Я что-то тупанул. Максимально люто тупанул. Так, опять ночь у нас на дворе. Ночь на дворе, ребятки, это плохо. Это плохо, так левела я не апну сейчас. Хорош, ну, мана реармится нормально. Смотрите, восстанавливается просто отлично. Хватает, но это сейчас не третий левел. Способности. Ой, способности. Ну да, способности, правильно я сказал. Не третий левел. Не третий левел способности. Надо чуть-чуть живее. У нас сейчас экспа делится на троих. Надо левел апнуть. Надо левел апнуть. Роша есть опять, да? Роша. Левел сейчас на троих у нас делится. Поэтому левела я особо не получаю. Надо 18 левел. Я упустил, что у нас уже все готово, в принципе. Go. Легион БКБ. Откуда у него там БКБ? Откуда у него там БКБ? Так, ну первое, что сделали, это, конечно же... Это плохо. Это подстава, подстав. Но с руки бьем, брат. Хорош. Задушили с руки. Хорош. Найкс молодец, вовремя соображает, что нужно вылезти в нужный момент. Так, ну Лего БКБ это усложняет. Хорошо. Погнала. Ракетим. Ракетим просто. Хорош. Там этот идет. Некр, насколько я понял. Хорош, мана у меня просто не кончается. Мана не кончается. Вот, ну реально не кончается. Мана не кончается. Все, пошла ракетница в троечку. Хорош. Ой-ой-ой, смотри, ну я умер, да? Промах успею дать? Да, промах дал. Хорош. Хорош. Мид не ломайте. Нет, нет, боковые. Для контента надо боковые. Хорош, бар сейчас поставим. Есть. Ну, ракетница, надо, чтобы они в пятером были. Хорош, я поставлю. Хорош, рядом Дестер находится, поэтому нажимаем кнопки. Ой-ой-ой. Залазим, поехала. Поехали. Так, инфес 10 секунд. Хорошо. Давай, бери Дестра, погнали. Сейчас алхимик забайтит пятерых, будет нормалды. Хорош. Я готов. В миду буду дефиться сейчас по-любому толпой.
Пошло дело. Смотрите, мана просто не кончается. Урсевич страдает. Ультани, ульт! Зевс. Хорош. Жижи. Жесть, меня поймать не могут. Я раскидываю. Ой, жижи. Жесть, вот это разнос просто, ребята, кайфаните с этого. Просто ракет, у меня хп проседает жестче, чем я трачу ману. Это просто нереальная имба на самом деле. Просто ракетница бесконечная получается. Так, но мне фарм в принципе не нужен. Можно уплотниться, еще какой-то акторин сделать. И все. Жесть, бедолаги, они просто пятером там умирают с ракет. И все, это нереальная тема. Зевс еще подсвечит, но кстати сейчас, да, Зевс офигенно заходит. Зевс подсвечивает. И получается так, что я вижу все. Что-то может тараску какую-то сделать, ребят, чтобы хп не терять. Смотрите, у меня мана не кончается, в принципе. Тараску можно сделать. Тараску, чтобы хп не кончались. Хорош. Надо максимально заюзать эту стратну. Все, этого достаточно, я думаю. Жесть. Тини еще там лежит, видели? Хорош. Погнали здесь с ребятами, накурались. Ой, бедолашки, как же они меня... Я просто ракетница уничтожаю всех. Как же они меня пытаются убивать? Это жесть, ребята. Go. Это ракетница бесконечная будет. Жесть. Ой, боже, ребят, кайфуйте просто с этой рубрики, я не знаю. Я на самом деле сейчас в шоке, насколько это рабочая стратегия, и это нереальный абуз. Бесконечная мана, просто ракетный тинкер. Мы уже можем эту игру закончить, в принципе. Это жесть. Хост баланса нету, говорит. Все начало нас имели, хост баланса нету, говорит. Ой, жесть. Давайте тараску купим. Блин, ну хотя монопул бы повысить, да? Нафиг тараску. Акторин! Акторином обойдемся, я думаю. ПП пишет, пацаны. Так, ну ботл я не буду. Ждем пятерых. Акторин сделаем, чтобы кдшить быстрее. Плюс мана будет и хп. Будет нормально, парни. 5900 надо. Что там, хайскил? А, Зевс принимает. Ну ждем Зевса. Зевса ждем. День пока, надо днем работать, ребятки. Так, акторин есть. Вот я сейчас буду стараться быстренько. Прикиньте, какая ракетница сейчас должна быть от меня. Жесть. Так, а кстати, дает акторин статы? Все дает, да, потому что есть баг, если собираете два бладстоуна, то ничего не дает. Так, ну Зевс, 30 секунд, да? Стаки и вижен ульты. Все. Вижен с ульты и стаки, бро. От тебя. Все, больше ничего не нужно. Жесть. Я боюсь, мне сейчас не хватит рук нажимать все это. Хотя, в принципе, хватает, да? Реармимся. Это чисто ВТФ мод. Парни, ВТФ мод. Мана не кончается. Чисто ВТФ мод. Не знаю, ВТФ мод. Гоу. Го, драку. Вон, пацаны стягиваются к рунам. Так, ну мне нужно главное аккуратно подальше двигаться. Чтобы меня не видно было. Так, на топе Усревич, да? Хорош. Химик, веди.
Хорош гем взял, да? Давайте сразу тут зачистим. Мне главное тоже на это... Мне, в принципе, на базу можно и не ходить, я так думаю. Ну так символически, знаете, на базу слетать, ведь типа, как бы, Тинкер должен на базу слетать. Гоу. О, Октарин алхимику надо. О, есть Тараска, Октарин, и жесть, красавчик. Все есть у него. Тараски, Октарины. Надо ему в ульте бегать. Погнала. Мана не кончается, тупо. Хорош. Посмотрите, ну фуловая мана, ну в смысле? Фуловая мана. Это жесть. Гоу. Но это на вставочку one more time. Гоу сюда. Жесть, это просто фуловая мана. По КД. Как же офигенно. ГБ. Гонис. День надо. Днем сейчас пойдем, с некстом днем, но это жестко, ребятки. Просто маны не кончаются. Ноги на клаве сижу. Вот, ну это круто же. Круто же. Хорош. Я без фарма уже 10 минут, говорит. Так у них там уже по 2500, да? Найкса что там? У Найкса там 3000. Все ок. Так, у меня есть Бладстоун еще дабанный. Можно еще ластом тут хекс сделать. Плюс 12 золотых сколько-то. И смотря сколько настакано у него. Так, они сейчас реснутся. Реснутся. Хорош. Вообще тут Тараску бы какую-то надо. Ну типа Октарин перекрывает. Дэмэджа много я не получу. Жесть. Хорошо. Поехали. Да, Зевсу надо ходить с алхимиком. Вместе ходите. Сейчас день будет. Чуть ждем. День. И готоп. Жесть. Готоп. Туда опс надо. Я вообще туда на ХГ запрыгну, просто будем раздавать. Так, это сюда вот так вот. Вот так сразу на шифтах раскидаем. Жалко, что рэмпейдж не сделали еще. Может, сделаем, не все, как говорится, потеряно. Чуть ждем, парни. 30 сек. 30 сек, ребята, 30. 30 сек, парни. Ждем. Нужно нам занять вот эту точку. Вот здесь вот. И спокойно, если пятерых... Выцепляем. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же мы будем разносить? Го. Го, варды, чек. Хорош. Так, ну никого нету. Поможи, делаю, бро. Хорош. Все, ок. Пушку. Пусть дефит приходит. Без леги, конечно, жесть, тяжко будет. Но это жестко. Если сейчас выходят, тут такая ракетница будет с ХГ. Такая ракетница с ХГ будет. Боятся, боятся они. Боятся. Go high ground, да. Одобряю. Погнали. Ракетница готова. Пошло. Мана не кончается тупо. Тупо мана не кончается. Посмотрите, я фуловый по мане. Это что такое вообще?
Я так давно хотел это сделать. Это киборг-убийца просто получается у нас. Не пуш, пацаны, кайфуйте с этой игры. Это жесть. И типа маны у меня вообще жесть. Не кончается тупо. Можно реармить стоять по КД. Жесть. Что за обуз говорит? Это жестко, парни. Горошу. На самом деле очень люто я могу прыгать постоянно и раскидывать ракеты. Просто зависит от уровня ваших пальц. Пальц. Пальцев. Так, Рошан же есть, да? Хорошо. Взрываться идет. Хорош, если что, отблинкуемся. Опа. Сбил. Давайте вот так делаем. Хорош. Есть. Жесть. Ой-ой-ой-ой, гомит. Блин, я хочу попробовать рампагу с ракет. Парни, готи не ждем. Жесть. Го попробуем. Лзы. Это жесть. Так, ну у меня 7000 золотых. Ча он рез и го мид. А егу взяли и поехала. Это жестко, ребят. Прикиньте, насколько это люто. Я даже хекс тут не буду делать. Ну можно сделать хекс, но у меня в принципе мана даже не кончается. Гоу. Сделаем, типа, я не знаю. Это очень имбовая какая-то страта. Если честно, я чекал, у меня мана всегда кончалась, когда я чекал это в соло-лобби, но в игре это не кончается мана. Не знаю, может так прокает. Я не знаю, может так прокает или в чем проблема, но это жестко. Это очень жестко, ребят. Я готов. Го. 3000 маны, это жесть. Это просто ракетница по колдауну. Ракетница по колдауну. Так, ну просвет от Зевса нужно будет. Просвет от Зевса нужно будет. Жалко, что ночь наступила, потому что сейчас вижен будет ограниченный у нас. Вардик бы на ХГ. Хорош. Главное в кнопках не запутаться еще. Ой-ой-ой. Регенится жесть. Не выживает все равно. Блин, чуть-чуть до рампаги не хватило, да, ребят? Но на самом деле тяжело все это раскликивать очень быстро. Еще есть время. Зайдем. Не парьтесь. Жесть, ну ультракиллы просто сыпятся. И я так не успеваю, прикиньте, там еще и хиксы, если все раздавать, это вообще жесть. Это вообще жестко. Даже радик вырубил, все ок. Я просто, знаете, что захотел? Я хотел сплэшем с первого ударить, но это не нужно. Просто ракетами юзаем и все. Просто ракетами. У меня мана бесконечная, просто ракетами раскидываемся. Не, ну не нужно больше ничего юзать. Вижен бы у них на ХГ сделать какой-нибудь. Вот тут, вот тут. Ночью тяжело ракетить. Ночью очень, очень тяжело ракетить. Жесть. Блин, и у меня почему-то... Кнопка не нажимается. Так. Хорош. Как тренировать shift на тинкере? Не shift, а микроконтроль. Нельзя, чтобы вас крип ударил. Отлично.
Чикен делаем, парни. Жесть, у меня хп, посмотрите, как просели уже. Но мана не кончается, посмотрите. Он в туман войны прыгнул? Чек тут. Чек, парни. Это что, он в туман войны сейчас так прыгнул? Он что, с МХ, что ли, играет? Он с даггером влетел. Если что. Это не вард. А, с Лотара даже. Вот, прикинь, да, чуть не задушил меня. Го. Го, парни. Сейчас, день. Жесть. Я чуть не просрался. Вот забавный, забавный момент. Хорошо. У меня мана кончится. Б. Все ок. Так, ребятки, вон они, да? А чё не на них ТП-6? Дайте победу, плиз. Жесть. Хорошо, у меня мана там, кстати, кончилась. Но плоховато, плоховато, нажимаю. Так, есть. Хорош. Это нереально, парни. Это нереально просто. Это Unreal. Это просто Unreal, ребята. Мана не кончается. Просто нереальная тема. Но я все хочу, чтобы пятером собрались. Давайте, знаете что, действительно, вот такая стратегия. Под колодец прям можно там курицу завести. Жесть, тут это настолько гениальная комбинация, что не знаю. Сейчас сделаем, парни. Просто ракеты. Просто ракеты. 43 бладика. Отлично. Жесть. Это жестко. Не знаю, ребят, я просто без комментариев оставляю эту тему. Смотри, чего делать. Туман войны, круг свою. Чего? Это жесть. Это нереально. Я думаю, я сплю сейчас, потому что такой геймплей я давно не видел. То есть даже ребята помогают. Вот, отличный вард, кстати, офигенно будет. Офигенно. Офигенно будет. Вон, ребята собираются. Хорош. Ой-ой-ой. Дайте рампагу. Дай. Ну ты шо? Ой, забрал рэмпейдж. Ой-ой-ой-ой-ой. А и ПП написали. Жесть, ребят, но на самом деле катка получилась максимально успешно. Не сделали мы рэмпейдж. Эх, просто хочется попрыгать, потоптать в таком геймплее и не сделать рэмпейдж, ну нереально. Ребятки, ну надеюсь, эта катка вам понравится. Очень интересная получилась у нас рубрика «А что если?». Пробуйте с друзьями, реально нереальная имбовая стратегия. Я надеюсь, эта ракетница вам понравилась. Мана просто не кончается. Ух. Если честно, я не думал, что настолько будет интересный, как бы, эффект. Ну и в целом, все, на этом видосик, ребятки, закончен. Пробуйте с друзьями, пробуйте с ребятками в пабе, это, ну, не знаю, в пабе с ребятами, если сможете договориться, попробуйте это сделать. Очень нереальная комбинация. Спасибо всем, кто сегодня помог мне выполнить этот видос. Это Легионер, Хайскилл, Псукс и, конечно же, Ксусник. Спасибо вам, ребятки, за то, что помогаете двигать. Сделали очередную рубрику «А что если?», очередной классный видосик. Ребятки, не забывайте поставить лайк за такие старания, за эти идеи. Ну и на этом все, друзья. С вами был Ксаназос и до скорого.